Дорогие друзья, в Новый год все ждут предсказаний, прогнозов. Итак, прогноз на 2020 год от нашего дорогого друга, доктора Грина. Итак, как ты считаешь, чего нам ждать вообще в следующем году? Вот твое мнение, скажи нам. Я считаю, что лучше всего нам ждать в следующем году... Нам заглянуть в следующем году в самое дорогое, что есть у нас, это мы сами. И отвлечься от всего находящегося вокруг, оно сильно отвлекает наше внимание, оно притягивает, но самое бесценное и дорогое находится внутри. И я предсказываю вам, что в следующем году вы уделите большую часть своего внимания самому дорогому устройству на свете. Вот, вы будете наблюдать за тем, что в него попадает со всех сторон, и через глаза, и через уши, и в основном через рот. Вот, вы будете дарить себе моменты на природе, в уединении, в окружении приятных, радостных и добрых людей. Вот, будете отказывать себе в токсичном общении, в токсичной еде, и избегать всех негативных ситуаций. Я предлагаю 20-й год, это практически 4 креста, посвятить его себе, в конце концов. Мы можем себе это позволить. Ты басурман имел в виду? Он мне потом расскажет, кто это. Давайте 20-й год будет годом себя. Любви к себе, радости, любви к своему здоровью. Поставьте это на первое место, а то здоровье поставит на первое место себя само. Итак, всех с Новым годом! На этой жизнерадостной ноте, да, мы переходим к нашим дальнейшим действиям.